Если меня тут заметят, будет плохо. Да, я сам слышал. Командир подтвердил. Хотел бы я слушать свист, купил бы птицу. Может, птица взлетела? Ah!
Thank you.
Берем. Охренеть, пара мену. Ты мой красавчик. Нет, не сегодня. Нужно быть осторожным. Свобода! Да пребудут с тобой боги!
Ну, давай. Давай. Не было времени.
Я прославлюсь, если постоянно нахожусь здесь. Хватит бездельник. Алексиос, мы не виделись тех... Одесса. Как я могла забыть? Ты сказал жить своей жизнью не огля... И ты вняла мой... Мне пришлось ухаживать за больным отцом. Радуйся, что у тебя есть семья. Это ты прославился, странствуя по свету, а обо мне не знает никто. Не нравится жизнь? Измени ее. Пока я должна помогать отцу. Мне нужно кое-что для него достать. Не поможешь? Не волнуйся. Травы из долины царя Лель. Отец настолько плох, что ты не можешь. Я у него одна. Оставайся с отцом. Давай. Вот травы, что нужны Одессе. Торговец, о котором говорила Одесса. Скажите, друзья... Я от Одессы. Давай деньги, ибо... Вот, держи. Люблю, когда все быстро. Рад помочь Одессе. Смотри, куда едешь. Давай. Ah!
они работают на правителя Мегариды. Одесса испортила им жизнь. К тому же они хотят дом ее отца. Травы и микстура у тебя? Ты принес их? Тебя только это волнует? На нас напали! Пора бы уже... Что им нужна была только ты, не я. Не могу поверить. Дело в поместье твоего отца. Я могла погибнуть, так и не... Я никому не дам тебе... Без боли нет славы. Может, зайдем к тебе, причинишь мне немного боли? О, я бы... Что будем делать дальше? Приступим к новому... Ясно. Да. Готов узнать всю правду? Готов. Я так... Тайное становится... Да, так и будет. А что насчет историй? Что? Одиссей многое успел совершить. Со мной ты сможешь больше. Мы поговорим, Должно быть. Сходи туда. Я добуду свет. Да. Скоро вернусь. С доказательствами. Мне нужно попасть в дом правителя и все выяснить. Чем могу быть полезен? Приходи еще. Если что, обращайся. Всегда рады. Слышал, командир изучает боевые построения спартанцев. Кто сказал? Нужно знать все о своем противнике. Подайте, прошу.
Надеюсь, меня никто не заметит. Правитель Мегариды пытался устроить брак Одессы. Легкий способ завладеть поместьем ее отца. Здесь сказано, что Одесса нанимала кого-то еще. Но зачем? В этом письме говорится о поместье Одессы. Они хотят забрать его. Любыми средствами. Претендент на брак с Одессой погиб вскоре после их знакомства. Думаю, этого хватит. Пора вернуться к Одессе. Правителю Мегариды нужно поместье Одессы, и он хотел устроить ее брак, чтобы завладеть землями после смерти ее отца. Но, судя по письмам, один из претендентов на этот союз был убит. Одесса нанимала кого-то еще. Но все же трудно сказать, есть ли в этом ее вина. Ты вернулся. Надеюсь, с новостями. Новости у меня и правда есть. Отлично. Первое – богатство твоей семьи. Вторая – теперь совершенно ясно, что я жертва. Я знаю достаточно и могу сделать вывод. И какой же? Ты не заслужила такого. Ты... Конечно. Сначала давай развлечемся немного. Мне нравятся твои маневры. Скажи, чем ты удивишь меня на этот раз? Я столько всего могу тебе показать. Давай. Все верно. На деле это было гораздо лучше, чем на словах. Видишь? Вот и все. Мы закончили все свои дела. Зачем же прощаться? Оставайся со мной. Ты мне очень помог. А еще я не прочь уехать отсюда. Ясно. А как же твой отец? Ему гораздо лучше, благодаря тебе. Ты не боишься, что его будут преследовать? Я расскажу все, что ты выяснил, тем, кому доверяю. Его не тронут, побоятся огласки. Добро пожаловать в команду.
Ну что, поехали. На! Лидер Афинин мертв. Мне нужно вернуться к Стентеру. Вот как выглядит война. В истории она другая. Эйла! Лучше мне уйти. Здесь слишком опасно. Эй, тоже мне охот! Я слышал добрые вести от командиров. Что скажешь мне ты? Командир Афинин мертв. Мегарида падет. Пора. Волк дал приказ к нападению. Я рад, что ты придешь к славе вместе с нами. Я горд, что мы бьемся вместе. Да, ты заслужил это. Мы победим ради Спарта и Волка. Пойдем. Нам нужно в лагерь. Я готов. За мной. Нужно подготовиться к битве. Расскажи мне про Волка. Он великий человек. И приведет Спарту к победе над... Нет, нет. Каков он как человек, как отец? Он... Его обожают, он по-своему заботлив, но иногда я... Да? Ничего, просто иногда он будто не здесь. И я чувствую его печаль. Он полководец Спарта, но он человек из плоти и крови. Жизнь нельзя прожить без сожалений. В таких битвах мне бывать еще не доводилось. Ну что, готов сокрушить Афинин? Война ждет нас. За Спарту!
Волк вызывает к себе наемника. Мы прибудем через пару минут. К сожалению, он хочет видеть только его. Что? Я сказал, что волк желает... Я слышал, но не понимаю, почему. Таков был приказ. Что ж, ладно. Пожалуй, я займусь своими делами. Плохо дрался для наемника. Волк не любит ждать. Вот и все. Не знаю, что и сказать. Убийца! Он убил его! Значит, мы обязаны победой тебе. Скажи свое имя, чтобы я мог поприветствовать тебя. Здравствуй, отец. Давно не виделись. Не может быть. Ты упал. Я не упал. Ты сбросил меня! Я сделал то, что требовал от меня спартанский долг. Я смирился с этим. Пора и тебе. Ты же мой отец. Ты должен был защищать меня. Ты совершил глупость. Вынудил меня. Мне пришлось спасать сестру вместо тебя.
Оракул повелела убить Кассандру. Ее слово, закон, ты же знаешь. Больше ты не будешь прикрываться чувством долга. Хватит! Прошлое не изменить. Я спартанец и умру им. Наемнику, который принесет твою голову, полагается щедрая награда. Поэтому ты здесь? Тебе не убежать от прошлого! Пора ответить за все! Ты заслужил смерть. Но в мщении нет чести. Ты должен взглянуть в лицо прошлому, отец. И эта участь страшнее смерти. Я не выполнил свой долг. Не защитил тебя. Не спас вас обоих. Я любил тебя и твою сестру, как своих собственных детей. Но это не так. О чем ты? Этот вопрос лучше задай своей матери. Стой. Найди свою мать. Зачем? Где бы Мирин ни была, она знает больше, чем я. Куда ты идешь? На поиски чести. Остерегайся змей в траве, Алексиус. Мне нужно уходить. Пора вернуться к Варнаве. Thank you.